Всем хай, Пандора на связи, и вы, как всегда, ребятки, на моем канале, и в этом видео я стала супер няней. Да, ребятки, вот такая вот у меня уже одежда, но я думаю, в принципе, на няню я смахиваю, правильно? Давайте же писать уже в чат, кому нужна няня, пиши «я». Так, все отправили. Ну что, ребятки, я пока что буду ждать ответа, а вы пока что поставьте обязательно лайкосик на этот видосик, мне будет очень приятно. Так, о, ребят, смотрите, мне написали уже «я». Это ж мне вроде, да? Вроде бы правильно. Так, хорошо. Дом. Какой же дом, если это мне? Ну-ка, напишут или нет, там кто-то маму ищет. 21. Ага, хорошо, тогда сейчас я еду в 21 дом, ребятки. Наконец-то мне уже ответили. Супер, я очень довольна. Сейчас, в общем, мне будет очень интересно посмотреть, что же за ребенок мне попадется. Я надеюсь, какой-то нормальный, адекватный ребенок. Ну, в общем, уже как будет, так будет, посмотрим. Так, вот этот дом 21. Угу. Так, там уже женщина какая-то вышла. Хорошо, я пока что здесь запаркуюсь, да, под крышу. Так, ну что, где вы там? Подождите, где вы делись? О, вот вы. Здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть. Хорошо выглядите, слушайте. Так, здравствуйте. Что, мне можно уже проходить в дом, правильно? Привет. Да, здравствуйте. Что так, дом открыт? Ага, я тогда прохожу. О, девочка, привет, как тебя зовут? Слушай, какая ты красивая, милашка такая. Вот да, ну слушай, красоточка. О, да, я твоя няня, ку-ку, да, ку-ку-ку-ку. Привет, привет, как тебя зовут? Сейчас будешь рассказывать, сколько тебе лет, очень нам всем интересно это. Так, ну что... Я твоя новая няня, поэтому, да, приятно познакомиться. Мамочка, слушайте, вы что там, уходите или нет? Или вам еще, ну, не нужно уходить, скажите? А, ну все, я поехала. Хорошо, хорошо, тогда, слушайте, да, конечно, слушайте, а что там по деньгам? Или же деньги вы потом мне заплатите? Я просто пока что не поняла. Конечно, ну, вообще с вас как бы $100 в день, да? То есть, если я буду целый день за вашей дочечкой присматривать, то цена $100, если что. О, ребята, смотрите, целая сумочка денег. Слушайте, мне нравится. Вот это вот мне семейка очень даже нравится. Спасибо огромное. Теперь вы свободны, в принципе. Вы можете уже идти, а я уже с вашей дочкой сейчас разберусь. И, в общем, да. Хорошо, все, до свидания. Ну что, девочка, как тебя зовут? Давайте, я отправила. Как тебя зовут? Сколько тебе там лет? Давай, рассказывай. Нам всем ребятам тоже очень интересно, сколько же тебе лет, как тебя зовут, я Пандора, ага, ты Алиса, приятно познакомиться, слушай, красивое имя, вообще все имена, конечно, красивые, прикольно, прикольно, слушай, 5 лет, вот, я вижу уже 5 лет тебе, хорошо, я так поняла, ты очень любишь фиолетовый, да, давайте напишем, фиолетовый любишь, ну, слушайте, по ней, знаете, как-то видно и ник фиолетовый, и одежда фиолетовая, ну, слушайте, неплохая девочка вроде на первый взгляд, согласитесь, да, вроде такая спокойная, вроде такая миленькая, ну, вроде, ребятки, адекватная девочка, мне попалась. Скажи, что мы будем делать? Чем мы будем все это время заниматься? Будем рисовать или что? Или же будем примерчики считать? Или, может быть, пойдем на улицу погуляем? Где ты там делась? Подожди. Где ты делась? Подождите. Она вроде же... А, вот ты где, слушай. Потеряла тебя. Хавать хочешь? Ага, хорошо. Тогда я тебе сейчас приготовлю еды. Ага, мне соседа, ребятки, не дала -то мама этой девочки, поэтому, к сожалению, будем доставать, значит, еду из пропсов. Угу, я поняла. Что тебе дать? Что ты вообще любишь кушать? Я, конечно, не знаю еще, но я все же как-то узнаю. Ну, давай я тебе поставлю вот это вот блюдо. Тут курица, салатик, там всякие еще прибамбасы, так скажем, в этой тарелочке. Давай вот хот-доги поставила тебе, сладкую вату. Могу поставить мороженое вот еще, да? Вот сюда поставила я. Наборчик со Старбакса давай я сюда поставлю. Угу. Могу еще вот сюда вот хачапури, эти чебуреки поставить. Что еще могу поставить? Давай какие-то коктейльчики, что ли, поставим. Так, я уселась случайно. Вот коктейльчик раз, коктейльчик два. И, в принципе, я думаю, стол очень даже красивый получился у нас. Приятного нам аппетита. Ну, я, правда, кушать не буду, я не хочу. Я завтракала уже у себя там дома. Поэтому я не голодная. Нравится тебе стол, Алиса? Ням-ням-ням. Ну, вроде, ребятки, нравится ей стол. Кстати, если вы сейчас тоже кушаете, ребятки, то и вам мы желаем с этой Алисой приятного аппетита и хорошего.
хорошего настроения на весь день. Ну и в комментариях можете написать, что вы кушаете. Мне будет очень интересно почитать. Наверняка какие-то вкусняшки хаваете, да? Так, ну что, что ты теперь хочешь, Алиса? Ну что, Алиса, давай, я жду ответа. Что же ты хочешь дальше делать? Играть? Ну хорошо, давай играть. Во что мы будем играть? Ага, в прятки. Хорошо. Окей, раз ты хочешь в прятки, то давай играть в прятки. Считай. Ага, хорошо. Тогда давай я стану вот здесь. Вот. Не, давайте вот здесь, возле окна стану, да? И давайте я буду считать. 1, 2. Буду, ребятки, все в чат прописывать. 3. 4, давайте, потому что, ну, как бы Алиса же должна видеть, считаю я или нет. Я иду искать. 1, 2, 3, 4, 5, я иду тебя искать. Ну что ж, ребятки, погнали искать Алису. Где она может быть, я не знаю. Давайте проверим в туалете. В туалете вроде нету, хотя вроде она могла и в раковину спрятаться. Все может быть. Так, в этой комнате никого вроде бы нету. Давайте, ребят, вы тоже смотрите внимательно, потому что я могу пропустить. Так, тут у нас что, вроде никого, подождите, подождите, опа, Алисонька, вот я тебя и нашла, приветик, приветик, так, подожди, пожалуйста, положи оружие, не нужно доставать никакие дробовики, аккуратнее, прошу, не нужно, так, ну все, я тебя нашла, извините, конечно, но не нужно меня обзывать козой, я вполне себе хорошенькая, все, давай, теперь ты считаешь, а я буду сейчас прятаться, поэтому давай, я за тобой слежу, ты там не подсматривай, я за тобой наблюдаю, давайте, ребят, мы спрячемся на втором этаже, и спрячусь, знаете, где? А вот тут вот, да, сейчас в угол сюда вот сяду, давайте я сейчас как-то усядусь именно вот, давайте, анимация сесть, поэтому здесь вот буду сидеть. Возле туалетного столика, получается. Вот, поэтому, да, буду здесь сидеть наблюдать. Она, ребятки, вроде там в чате, смотрите, считает. 1, 2, 3, 4, 5, 6 у нее уже. 7, ребятки, смотрите, написала. 8, 9. Еще маму пиши, я кто-то написал. Ну и 10, как я понимаю. Но Roblox решил закрыть решетками. Угу, ясненько. Хорошо, я иду. Ага, ребятки, смотрите, она уже вышла на охоту. Так, ну-ка, давайте, давайте сидим тихонечко. Ребятки, не шуршим, не шумим. Давайте тихонечко сидим. Я вот тут вот заныкалась. Ну что, она там где-то идет или нет? Вроде, ребят, пока что нету. Так, ну-ка, давайте смотрим. О, ребята, она идет, смотрите, она идет. Так, тихонечко сидим. Гляньте, она с оружием ходит, как какая-то бешеная, ненормальная. Так, мне страшно, слушайте. Положи, пожалуйста, оружие. Нет, 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 все, не нужно меня стрелять. Нет, не нужно, не нужно. Все, я сдаюсь, ты меня нашла, молодец. Алиса, ты огромная молодчина. Конечно, не особо смешно, но ладно, хорошо. Допустим, смешно. А что теперь мы будем делать? Скажи, руки вверх. Нет, ну я все, я сдалась уже. Не нужно руки вверх поднимать, мне лень искать эту анимацию. Так, ну что, что теперь мы будем делать с тобой, Алиса? Рассказывай. Чем мы будем заниматься? Смотри, мы можем порисовать. Я какать хочу. Ну так, хорошо, иди в туалет, а потом ты можешь мне рассказать, что ты хочешь делать. Можем сходить на улицу, хотя уже довольно-таки поздновато. Уже, получается, 6:30 вечера, да, показывает у нас. Поэтому я не знаю, будем ли мы как бы сейчас идти гулять уже, потому что уже поздно. И плюс скоро уже твоя мама должна прийти. Нет, подожди, что ты делаешь? В смысле? Ты что, укакалась? Нет! Нет, слушай, мне такое не нравится. Это что? Ты укакалась, что ли? Так, ну нужно срочно убирать, потому что я же супер няня, как бы. Я должна со всем обязательно справляться. Так, взяла ведро, швабру и пылесос. Так, давайте шваброй сейчас буду проходиться по вот этому вот. И буду как-то сейчас убирать. Как-то это очень противно. В смысле, оно само? Нет, это не оно само. Так, все, ребятки, давайте я вытираю, протираю. Так, сейчас пропылесошу еще вот здесь вот. Потому что ты что, меня твоя мама убьет, что я за тобой не проследила. И еще давайте шваброй пройдусь. Все. Ну вроде, ребят, чисто, капец, кошмар. Да вообще не смешно, что ты смеешься, ребят, вам что, тоже смешно с этого? Я в шоке. Ну слушай, ну нельзя так, слушай, ты могла просто сесть на унитаз, 2 метра пройти. Слушай, ну тебе что, лень? Я не могу понять. Ты будешь спать, я на тебя пукну. Нет, не нужно, извини, конечно, но такое делать тоже нельзя. Можно, нет. Нет, 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 нельзя, слушай, нельзя. Не нужно такое делать. Мне все можно.
Нет, не можно, нельзя такое делать. Нельзя такое делать, это невоспитанно, поэтому не нужно так делать. Ну, ясненько, конечно, ясненько все с тобой. Так, ну что, я давай пока что приберусь тут, да? Или же ты будешь еще кушать? Давайте я в чате сейчас, ребятки, спрошу, будет ли она вообще доедать. Я написала в чат, доедать будешь? Так, жду ответа. Ты будешь доедать? No. Ага, хорошо. Нет, так нет. Я тогда убираю это все. Ну, раз она доедать, ребятки, не собирается, тогда я вот так вот уже взяла и убрала стол. Посмотрите, какой он теперь красивенький. Вот прям, ребятки, блестит, как я не знаю что. Это что такое? Что она там ставит, ребят? Я не поняла. Так, давайте поднимемся. Так, Алиса, я не поняла, а что у тебя, собственно говоря, тут происходит? Это что только что было? Что это только что было? Объясни мне, пожалуйста, зачем тут ты коня поставила? Что ты чудишь, Алисонька? Не нужно такое делать. Мне мама потом твоя лещей накатает. Не нужно. Не-не-не. Не-не-не. Такое вот реально не подходит мне. Так, смотрите, ребят, уже вообще там за окном потемнело так нормально. Уже 10:30. Кошмар. Я даже что-то и не туда. Так, ну все, тебе тогда пора уже спать, раз уже 10:30. Иди чисть, давай зубы и давай уже туда-сюда и спать, потому что там скоро твоя мама, по идее, должна прийти. Ну, когда она вообще придет? Слушай, она мне просто не говорила, насколько она ушла, когда твоя мама придет. Так, давайте спрашиваем у нее, потому что я как бы не знаю. Так, ты решила поиграть на барабанах на ночь глядя? Желательно тебе уже ложиться спать, Алиса. Ты почистила зубы? Я ж тебе только что написала. Так, ну это, конечно, все хорошо, но ты должна почистить зубы и лечь спать обязательно. Так, Алисонька, ну давай. А, не знаешь, когда мама придет. Ну ладно, хорошо. Ну все, давай, ложись спать. Хватит уже тарабанить на этих барабанах. У меня уже голова разболелась. Все, давай. Давай, ложись, ложись. Так, куда ты побежала? Спать давай. Вот кровать тут, смотри, перед тобой. Ложись спать, потому что скоро придет уже, по идее, твоя мама с работы, да? Или где она там, по делам куда-то поехала. Мне просто эту информацию не рассказывали, поэтому я не знаю. Поэтому давай ложись спать. Моя задача, чтобы ты хорошо себя вела, наелась как бы тебе, чтобы не было скучно, и чтобы ты легла вовремя спать. Поэтому... Вот, смотрите, ребят, моя задача, в принципе, уже выполнена на сегодняшний день. Ну что, пошла я спускаться. О, ребятки, смотрите, вот, кстати, и мама пришла этой Алисы. О, так, хорошо. Здравствуйте еще раз, вот и вы. Смотрите, ребенок у вас, конечно, такой интересненький, необычный. Я не ожидала, в принципе. Но, если честно, я думала, что ребенок мне попадется хуже. Ваша доченька, в принципе, довольно-таки неплохая, довольно хорошо себя вела. Мне, в принципе, она понравилась. Поэтому, да, ребенок у вас интересный. Это, конечно, очень был необычный день. Набралась я, конечно, опыта. Ну что, она нормально себя вела? Да, в принципе, нормально. Ну, неплохо. Я не скажу, что она себя плохо вела. Давайте напишу неплохо, в принципе. Вот, ну, нормально, нормально. Она, кстати, между прочим, уже спит, поэтому давайте я сейчас напишу. Она спит уже. Вот, чтобы вы знали, там, не шумите сильно, поэтому, да. Поэтому, ну, смотрите, мне еще потом приходить или не нужно уже? Или же вы еще, в принципе, будете пользоваться моими услугами, так скажем? Так, отлично, да. Так что, мне приходить еще или нет? Да, ага, окей, тогда я приду, когда вы меня вызовите. Вот, я супер няня, я вроде бы справилась со своей работой, так скажем. В принципе, Алиса мною довольна, я думаю. Поэтому, да, я думаю, вы тоже будете довольны, что ваша дочка, в принципе, неплохо себя вела. Поэтому, ну, тогда до встречи, до свидания, я тогда пошла уже. Да, все, давайте, пока-пока. Так, ребятки, ну что, в общем, вот такой вот видосик у нас получился. Я сейчас буду брать и ехать домой, вот я уже села в машину. Интересненький, конечно, я думаю, видосик получился. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Мне и правда очень приятно. И всем пока-пока.